Да нет, там нормально, там речка видна. Не переживай, пошли. Тут одна дорога. Маш, мне кажется, тут есть какая-нибудь дорога, значит, там все эти выросли, как и везде. Можно через этот вход, это просто там. Есть через, Кристина сказала, через белые скалы. А, через белые скалы. Ну там тоже надо вход платить. Ну так дешевле, конечно. Там 100 рублей, наверное, да? Была там. Я тоже не была. Нет, я была там, но только, ну еще когда. Я была в каком? В 16-м году. Ну там далеко надо идти, сюда можно зайти. Угу. Вот. Тут же все соединяется, все вот эти. И Мацеста, и, да, да. И, ну, и спутник, там все это, ну, я так думаю. Ну хотя Мацеста, хотя спутники здесь, я не знаю, соединяются, не соединяются. О, так листья падают. Да, класс, Маш, ну это вообще супер. А где там были так листья? Нет, где там все зелено было? Нет. Ничего не падало. И тоже как бы не жарко было. Классно было. А мы, правда, вечером были, мы пошли туда часа в 4. Или в 3. А мы хотим у реки посидеть, да? Ну, я так поняла, что да. Конечно, там осторожно. Вот, не такая.